Чуваши активно готовятся к предстоящим осенним выборам. Олег Николаев отметил, что проведению честной и конкурентной избирательной кампании во многом способствует масштабное независимое наблюдение. Работу региона по организации общественного контроля за выборным процессом оценил Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека. Республика очень активно включилась в подготовку избирательного процесса. Это можно видеть и по линии Центральной избирательной комиссии республики, и по линии Общественной палаты республики. Идет обучение членов избирательных комиссий разного уровня. Решается вопрос относительно организации видеонаблюдения, информирования граждан. А что касается Общественной палаты, то создан общественный штаб по наблюдению, созданы общественные штабы на территориях республики, началось обучение независимых общественных наблюдателей, созданы все условия для того, чтобы общественники Чувашской республики включились в процесс наблюдения, обсуждения всех стадий избирательного процесса и обеспечили должным образом открытость, прозрачность всех избирательных процедур. Федеральный эксперт также положительно оценил практику подписания соглашений, которые штаб общественного наблюдения заключает с представителями политических партий и крупных общественных объединений. По его мнению, так будет сформирован круг заинтересованных лиц, готовых включиться в организацию мониторинга и должного информирования избирателей.